поддерживаю теорию Дарвина все-таки. Потому что верю, начиталось в это, что произошло от обезьяны. Ну, я поддерживаю теорию, что человек взялся на Земле от инопланетян, а не от Чарльза, не от его теории Чарльза Дарвина. Все-таки космические силы, да? Да, да, потому что посмотреть, мы даже не песчинка, поэтому все оттуда. Ну, я думаю, что человек появился из космоса. Ну и, конечно же, поддерживаю Чарльза Дарвина. Ну, разные мнения, нету единого. Ну, вы-то больше к чему склоняетесь? Ну, на Чарльз Дарвин. Мы, наверное, больше придерживаемся к его теории. Да. Ну, потому что у обезьяны тоже есть ручки, ножки. Такие же. Наверное, от Бога что-то там. Угу, не знаю. От обезьяны произошли так. Homo sapiens. То есть вы поддерживаете теорию Чарльза Дарвина? Или у вас своя версия? Нет, я поддерживаю эту версию. Эволюция, наверное, все-таки. То есть Чарльз Дарвин? Да, скорее всего. Мне кажется, ну, все развитие снизу пошло. Как бы мы из рыбок, не знаю. В общем, мне кажется, это все как бы развитие снизу пошло. И так мы и получились. Доросли до людей, так сказать.